Доброе утро! Я проснулась, сейчас еду на массаж, с этого начнется мой день. В общем-то, мне вчера снова было плохо. Помните, в прошлом году я падала в обморок, и вчера мне было очень плохо. Мне казалось, что я упаду в обморок в ДП, я была в кино. Вот, вроде потом я взяла себя в руки, но сегодня я поеду на массаж. Поэтому теперь каждое утро мой день будет начинаться с массажа. Сегодня белая рубашка, черные джинсы и вот такой вот пиджак-пальто, который я вчера купила в Гуме. Вот, и сверху будет черная куртка, потому что улица холодно. И моя любимая прическа в последнее время. Мы уже съездили на массаж, сейчас я еду обратно в школу. Чтобы вы понимали, я поехала на массаж вообще в другую точку города, а сейчас еду обратно в другую точку города в школу. И вообще это не совсем массаж, это типа как гастроправ, что ли. Ну вот, короче, буквально 2 минуты. У нас сейчас большая примерно 40 минут, поэтому мы будем делать английский. Потому что дома мы его, конечно, не сделали. Сделала все уроки. Полочка полупустая. Я все в школе сделала, мне что-то задали. Дома я должна буду только написать сочинение в черновом варианте. Меня вообще слышно или нет? Почему они так? Короче говоря, я уже покушала. И сейчас я пишу сочинение. Мне задали сочинение на тему «Нравственная проблематика» в романе «Герой нашего времени». И я пишу его в заметках. Потому что мне так удобнее, чем писать, потом 500 раз зачеркивать, у меня, короче, рука устанет, и проще печатать. Вот, написала уже предисловие, ну, как начало и первую часть про водяное общество. Сейчас пишу про нравственную проблематику романа. Короче говоря, еще много. Наверное, еще часик точно буду писать. После того, как я наконец закончу сочинение, потому что оно нереально тяжелое. Я начну монтировать вам видосы, потому что кроме сочинения я уроки все сделала в школе. Короче, ребята, я наконец-то закончила писать сочинение, и сейчас занимаюсь не менее важной вещью, я монтирую видос. Короче, ребят, на этом мой влог подходит к концу. День сегодня был ненасыщенный, мои простые будни, вот так вот я сначала в школе, потом весь день дома. Отмонтировала для вас видео вопрос-ответ, ну, который по душам с Линой Ли. Если вы на мой основной канал подписаны, то вы знаете. Сейчас посмотрю серию сериала. Мне как раз осталось 40 минут до сна. Но перед этим пойду смою косметику. И все, потом баньки. Завтра новый день, только вторник. Еще целая неделя впереди. Что, ребят, на этом мой влог подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Я вас очень люблю. И помни, ты личность, и ты уникальна. Любите себя.